Национальная телерадиокомпания «Чувашия» при поддержке администрации города Чебоксары и Женсовета города проводит спортивно-развлекательную акцию «Бегом на шпильках». Приглашаем смелых и азартных принять участие в забеге, при себе иметь паспорт и, конечно же, туфли. Высота каблука не менее 8 сантиметров. Победителей ждут ценные призы. Забег на шпильках состоится 8 августа в 18:30 в речном порту возле кафе «Керосинка». Партнеры проекта: Центр здоровья кожи, медицинский центр «Берегиня», Центр красоты «Май», строительная компания «Спецтехтранс», страховая компания «Ресо-гарантия», химчистка «Евролюкс».